А так, что может быть страшнее приходной дать? Ничего. Поднялись от дома, где лежали, мы не кричали громко, ура. Мы просто как могли, мы просто быстро как могли бежали, вот так вот бежали все вчера. И свернуть, куда мы не свернули, и теперь все просто падали и пропало. А у виска уже забили пули, и кто-то рядом вскрикнул и упал. И слава богу, повезло с погодой, видать, над нами сжали высота. И грязный свет подарили природой, почти как свет шинельного судна. И на меня бегучая кровь шея, взрывается фонтанами огня. Я ощущаю непобритый шеи, как это все в меня. И невесть сказки бьет меня лопатой, а я в ответ колю его штыком. И он орет зараза нашим матом, наверное, попал на его ворот. И кто-то мне в упор стреляет в спину, и по плечу бежит сторонью кровь. Но я про шею не покину, мы или нас, такая вот любовь. И больше нет ни танков и ни пушек, и кто нам в шею, и где Иисус Христос. А кто кого в втором шее передушит, вот главный и единственный вопрос. А впереди уже края окопа, и из него стреляет мне в лицо, и пальцев несмываемая копоть, гранаты тянет жесткое кольцо, и выдыхает взорным тротилом расчищенный траншейный пятачок. Ну вот меня как будто бы хватило, чтобы метров рейха сократить легко. А ветер рвет легко, край серых облаков, похожих на немецкие шинели. Мы что ни говорили, не дали прикурить, но в этот раз с тобой убраться умели. Я зубом простреленной шинели, стираю пятна крови со штыка. Сегодня мы дойти сюда сумели, и живы мы, и целы мы в парках. И не могу ни хохотать, ни плакать, а просто протираю пулемет. Сейчас он упадет в полгода, пускай Господь удачу нам пошел. И тихо мы теряясь, связисты тянут связь, и старшина нам отдает патроны. И пик сдаёт плечо, и в нашем поле ещё. Вот эпизод московской обороны.